olha de jaquequine. Привет, друзья, и снова мы вместе. Сегодня я не одна, со мной мой муж Сандро. Привет, как дела? Я Алессандро Лушеф. И сегодня мы будем готовить только для вас. На улицах уже чувствуется новогоднее настроение, и магазины, конечно, привлекают нас своими красивыми витринами. Так и хочется зайти и купить что-то самое вкусное. Сегодня хозяйки уже задумываются о том, чтобы приготовить на Новый год. И вот моя подруга Елена сделала для нас специальное видео, какие продукты есть в супермаркете Лента. И, по всей видимости, все, что мы сегодня будем использовать, есть в супермаркете. Поэтому все будет очень легко, просто и, самое главное, быстро, чтобы вы, мои дорогие женщины, не устали, а к Новому году в тот самый замечательный день, 31 декабря, были самые красивые и сели за стол вместе со своими любимыми. Мы решили приготовить традиционное тосканское меню, поскольку скоро уже 25 декабря, и все, что мы сегодня приготовим, у нас будет на рождественском столе. Сандро, что мы сегодня будем готовить? Cosa prepariamo oggi? Allora, oggi prepariamo tre tipi di antipasto della tradizione toscana. Sempre sotto Natale si preparava in famiglia mia questi tipi di crostini. Si farà un crostino col patè di pollo, di fegatini di pollo, molto semplice da fare. Poi faremo una della polenta fritta con un frullato di funghi e un altro crostino con spinaci, aglio e cubetti di pancetta. E piano piano vi farò vedere che è una cosa molto molto semplice da preparare, molto economica, con dei prodotti molto molto semplici. E anche col sorriso. E molto sorriso, okay. Con tanto sorriso. Va bene, okay. Intanto Irina mi aiuterà nella preparazione. Dunque, io intanto mi metterò a affettare la cipolla, mentre Irina mi... mentre Irina mi pulirà i fegatini. Io devo fare lavoro più sporco, Sì, vai. Io должна самое грязное делать, ладно. Что мы сегодня приготовим? В традиционном меню обычно на итальянском столе, извиняюсь, на тосканском столе, да, антипасто, анти перед, пасто перед едой, то есть закуска. Если вы пойдете в ресторан, например, то скажете «крустини тоскани», и вам подадут именно эту закуску, которую мы сегодня приготовим. На самом деле это очень и очень просто, как сказал Сандро. Прежде всего мы с вами сделаем патэ из печени курицы. Se mi vedete piangere alla cipolla, Он просто не знает, что перед тем, как нарезать лук, надо намочить нож. Devi proprio bagnare il coltello e basta. Sì, la cipolla la andiamo a mettere nella casseruola. Ma, секундочку, Сандро, я же должна еще перевести, ты очень быстро все делаешь, понятное дело. Самое главное, помните, мы с вами говорили, что будем изучать или учить слова? Под видео я вам оставлю все написанное итальянскому на русском языке. И называется патэ, патэ ди полло, окей? Патэ – это французское слово, сейчас немножечко поговорим еще об истории. Или паштет куриный, который вы можете найти во всех кулинарных рецептах. Но у нас он немножечко другой. Как сказал Сандро, нам нужны куриные... Фегатини ди полло. Ачуги. Ачуги или анчоусы. Вот так вот они выглядят. Капери. Потом капери, каперсы вообще все знают, да, понятное дело, вот они, вот такие вот симпапули. E vino bianco. Мы с вами видим и белое вино. Vino bianco. Для того, чтобы приготовить вот это вкусное блюдо, нам с вами нужно посмотреть,
нет ли здесь желчи. Вот здесь немножко черная есть, поэтому я... Ирина, мы так, и лавренты. Это все уберу. Все хозяйки знают прекрасно, да, что вот... La cipolla la potete tagliare tranquillamente grossolanamente, non c'è bisogno di farla troppo fina, perché tanto poi verrà tutto frullato. Да, лук вы можете нарезать и покрупнее, это не важно, потому что в любом случае все это будет потом в миксере. Миксере? В миксере переваривать. Так, то есть мы убрали вот эту желчь, и сердечки тоже есть, смотрю. Sì, tanto viene frullato tutto. Ancora. Сердечки мы тоже берем. И да, il cortello, Sandro. Sì. Buon cortellino piccino. Sì, да, perché questo lo taglio. Сейчас, секундочку. Мне нравится. Ci si mette poco sale, mi raccomando, bimbe. Poco sale. История. Perché poi ci va l'acciuga che è già salata di suo. Так, прежде всего, не солите. То, что он говорит, это правда. Потому что потом анчоусы, они дадут свою соль. Я готова, у меня все vai, сейчас. Баста, давай. Сейчас basta. Сандра все это промоет. Баста. Ecco, i nostri fegatini li abbiamo lavati. Ora aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare. Attendiamo un minuto che sfumi un po' il vino. E ora penso che te devi fermarsi, perché ora riprendiamo un po' da vicino, così si vede. Ok. Да, сейчас мы с вами организуемся получше. Vai. Вот это можно уже убрать. Окей, там все у нас. Жаль, тебе что-нибудь надо подать? Vuoi qualcosa che ti prendo? Qualche cosa? No, ora no. No, ok. Non serve niente. No. Так, ну что, мы готовы. Allora. Abbiamo messo la cipolla, abbiamo messo il vino bianco, ora andiamo a mettere i fegatini. A questo punto mettiamo tre filetti di acciuga. L'acciuga è buona, bella, vedi? Tre. Uno. Non posso molto il cesto, Paolo. Мы взяли ачуги, немного пикантные. Суперта по пикантина, а? Хотели немножечко изменить этот рецептик. Посмотрим, что получится. Poi mettiamo qualche cappero. Это у нас каперсы мы добавляем. Del brodo di pollo o brodo vegetale. Facciamo cuocere per circa 20 minuti. У нас где-то 20 минут они будут вариться. Sempre a fuoco, diciamo, sempre a fuoco abbastanza moderato. E al momento in cui il fegatino sarà cotto, lo andremo a frullare. Печь продолжает тушиться. Все это мы варим 20 минут. Практически здесь мы уже подходим к финалу. Сейчас Сандро нам покажет, что мы будем делать дальше. Для того, чтобы сделать пате, нужно нам все это провернуть в блендере. Но у нас есть ручной блендер, да, и у вас тоже он дома есть, поэтому мы используем именно его. Allora, Сандро, come è la situazione? Еще 5 минут, он говорит, и все у нас будет готово. Poi lo facciamo un po' raffreddare e lo misceliamo col miscelatore. Noi все это в ручном блендере все это провернем. Avete capito bene tutti i passaggi, Вы все поняли, он спрашивает. Напишите нам в комментариях, если что-то вам было непонятно. Мы сразу вам ответим. Так, дальше что? Что у нас там? Allora, andiamo avanti. Cipolla, cipolla, olio, cipolla, vino bianco, fegatini, brodo, tre filetti di acciughe. E un po' di sorriso, dai! E capperi. Dai, e caperse, molto importante, caperse e anciose. E 20 minuti di cottura, ok? Все, мы с вами практически уже подошли к
самому важному моменту. А, смотрите, как все затянулось. Еще немного надо, наверное, чтобы еще чуть-чуть. Questo è un piatto molto molto antico. Facevano i vecchi contadini nelle qui nelle campagne toscane. È un piatto povero. Это очень бедное блюдо. В средневековье использовали вот такие, как они называются, фраталии или субпродукты. Тосканская кухня, она очень простая. Все, что было на огороде, все, что было в лесу, все шло в ход. Ну что, наша печень уже готова, мы ее немного охладили. Сандро, что тебе сейчас надо? Ди коза и бизонио. Senti, allora, lui è pronto. Mi passi la maiolo, per favore, la maiolo, che lo vado a mettere nel contenitore per frullarlo. А во Франции тоже говорят, что это их самое любимое блюдо. Но я всегда говорю, все, что французское, я имею в виду в кулинарии, имеет итальянское сердце. И представьте, что этот рецепт к французскому двору преподнесла Екатерина Медичи. Te lo sai la storia, Sandro? Di Екатерина де Медичи, quando lei partita da Livorno, in Francia. Sai? Okay. Она отправилась именно отсюда, из нашего порта Ливорно, чтобы стать женой Энрико IV. Когда она отведала все эти французские блюда, ей ничего не понравилось. Хорошо, что она взяла с собой не только вилки, и она научила французов есть именно вилкой, но и взяла с собой поваров, не только поваров, кондитеров, парикмахеров. И в скором времени весь французский двор стал питаться именно так, как питается Екатерина. И сегодня это пате, видите, французское название, вошло и в итальянский лексикон. А наши местные называют фегатини ди поло. Ну что, Сандро, мы готовы. Ora è pronto si mixa, eh? Теперь мы все это провернем. Когда-то эти крустини называли черные. В ресторанах вы уже такого не услышите название. Черные крустини именно как раз из-за цвета такого коричневого. Come? Sì, sì, va bene. Va bene perché... Non è troppo liquido. No, no, perché ora poi lo mettiamo... Так. Ora lo mettiamo. Prendi con cucchiaio. Sì. Lo mettiamo con. Passami un cucchiaio. Sì. E passami anche questo. Okay. Ora lo mettiamo qui in modo in maniera che si raffreddi. Ma non è troppo liquido. No, no, va benissimo, guarda. È proprio un bel patè. Если увидите, что немного жидковатый, то можете просто на огне еще проварить чуть-чуть, Ora. Чтобы немного погуще была консистенция. Теперь мы оставим это все, наверное, охлаждаться. Quando и poi будем la... делать другое. Соус, окей? Окей. Questo qui, volendo, coperto con della pellicola, può stare in frigo anche una settimana. К Новому году можете заранее это приготовить. Ну, только смотрите, чтобы у вас никто и не съел. Tanto chiacchiere, eh? Siamo? Ну, да. Окей. Bye. Мы не прощаемся, до завтра. Посмотрите, конечно же, это видео и напишите мне в комментариях, все ли было понятно. Обязательно подпишитесь, чтобы мы вас могли предупредить о наших встречах. Жмякните на колокольчик. Окей. Okay.